бывали моменты такие, что девчонки липли на это все, ну? Что? Блин, да, я боюсь, честно, очень боюсь вот этого шоу «История призраков». Ну, я просто, ну, как-то нетерпимо отношусь ко всяким ужастикам, мне стрёмно, вот. Именно поэтому участвуешь в нашей суперакции, чтобы выиграть билеты на шоу или как максимум поделаться? Блин, честно, я давно делал очень стрёмную рожу и решил, что это может мне как-то помочь в жизни, вот. То есть я получу билет на шоу или... В Лондон отправлюсь, что ли? Так, внимание, боремся с фобиями. Дима, в прямом эфире. Твоя задача сейчас как можно артистичнее, громче, красивее, интереснее и впечатляюще прокричать от ужаса. Ну, как это делают актеры в фильмах ужасов. Да. А вы можете мне подыграть? Чтобы она сняла к тебе полтерфейс и... Слушайте, а вы можете мне подыграть? Ну, как-нибудь сказать так, бууу, я типа вас боялся. Как привидение. Так, ну. Саймон! Саймон, не пугай меня! Ты прав, ты прав. Да, Дима, мы все эти звуки записываем на аудиокассету. Да, я знаю. Да, на сайте nshfm.ru выложим, там подробности акции все есть. И ты уже, дружище, выиграл от Radio Energy и спонсора ООО «Проект» два летних приглашения на живое шоу «История призрака». Да, круто! Блин, честно, я очень хотел попасть в финалистов. 644-22-22. Сука, да, заигнорил. Так, надо не ложить, не ложить, не ложить, не ложить, не ложить. Ну, какой позитивный человек. Смотри, тебе позвонить по цветам, потому что было приглашение на историю призраков. Так. Вот, дальнейшего участия в розыгрыше билетов в Лондон, ты посмотри на сайте «Ластрой Лавки». Хорошо? Все, пока, удачи. Ладно, покеда. Ебался тебя снимать. Сука ебаная. Че ты орешь, как баран? Покажи. А че ты так? Сказала?